ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Favbet. Підтримуємо український футбол. Маємо просто зараз на зв'язку російського правозахисника Марка Фехіна, з яким маємо можливість подій дня сьогоднішнього говорити. Пане Марке, радий вас вітати. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Всіх привітаю! Пане Марку, міністр оборони пан Резніков спрогнозував, що Кремль готується зараз до нового жеста доброї волі і що Кремль може зараз влаштувати якусь там техногенну катастрофу. Отак міністр Резніков це пояснював, що, мовляв, щось станеться на російській, до прикладу, атомній станції, і саме цим Кремль буде простим росіянам пояснювати, чому терміново треба армію з України виводити і туди кидати, значить, наслідки цієї техногенної катастрофи ліквідову. Як вам такий варіант, як вам такі припущення від міністра оборони України? Ну, сложно это себе такое представить. Вот. В принципе, мы видели покидание российскими войсками части оккупированных территорий, например, на правом берегу Днепра, но это были военные обстоятельства, которые привели к подобным последствиям. Они могут повториться. Я не исключаю, что если в результате контрнаступления украинские войска подойдут к перешейку, например, если мы говорим о Крыме, да, или, так сказать, это будет возможность обстрела территории, то да, вполне допускаю, что может произойти какой-то отвод войск. То же самое касается Запорожской области и атомной станции. Но вы понимаете, никого же этим не обманешь, ты отведешь войска, в общем, спровоцируешь техногенную катастрофу, что они будут говорить? Что типа это не мы, но это слишком как-то сложно. Если уж они оставят объект, то, конечно, они могут спровоцировать какие-то вещи, да, но так, чтобы на них не было ответственности. Усугублять это все еще и каким-то масштабной катастрофой, я не думаю, что... Ні-ні, пане Марку, міністр оборони пан Резніков, він каже про те, що на своїй атомній станції, в Білоярській АЕС, до прикладу, або ж на якійсь гідроелектростанції на території Російської Федерації, ФСБ робить теракт, робить техногенну катастрофу, і потім каже, ну, треба війська, щоб допомагати громадянам, цивільному населенню. Путін має всіх врятувати, тому змушений зі сльозами на очах згортати СВО і, значить, кидати армію рятувати цивільних росіян. Ага, ні, я просто задумався о чому-то своєму. Ні, ну, якщо є така інформація оперативна, ну, знаєте, за ці 14 місяців війни много подобних предположений возникало. Вот ровно то, что на территории России будут спровоцированы какие-то теракты или действия, которые дадут какое-то дополнительное основание для более резких эскалационных действий. Но мы такого в общем и целом не видели. То есть ни одно из событий подобного рода, ну таких по масштабу не было, может быть, но другие были, оно не давало больших оснований для российской армии и российского политического руководства действовать, чем то, что они уже применяли. Потому что они и без того действуют совершенно без оглядки. Поэтому, наверное, если есть для этого какие-то предпосылки, планы такие какие-то есть, которые доходят до разведсообщества в Украине, нельзя исключать. Но только эффекта они иметь не будут. Ни с какой точки зрения, на мой взгляд. Тут питання, знаєте, іще, а наскільки в Путіна є на тепер вже сміливість, да, подібне влаштовувати? Ну, він влаштовував подібне, да, в 99-му році, коли очолював ФСБ, коли там будинки ті підривав в Москві, зокрема. Менше з тим, а от тепер, да, в 2023 році, чи наважиться він, на вашу думку, умовно кажучи, там, віддати наказ ФСБ, підірвати тих от бутафорських ветеранів на Красній площаді? Ну, знову ж таки, щоб обвинуватити в тому Україну, вийти потім ввечері до росіян, сказати, вставай, страна огромна, вставай на смертний бой і, значить, давайте загальну мобілізацію, військовий стан і закриття кордонів. Ну, вообще вот такого раскладу событий нельзя исключать. Нельзя исключать. Они могут такую провокацию, конечно, создать, но, честно говоря, по-моему, россиянам все равно. Это не значит, что они будут как-то свирепее идти на фронт, с большим желанием отправиться куда-нибудь под Бахмут или в другие такие же места. Вот вы знаете, момент упущенный. Ведь в чем разница с 99-м годом? Ведь в 99-м году все ожидали, что война начнется. До домов были же селения Чабан-Махи, Карам-Махи. Там были столкновения обширные с разными чеченскими отрядами. Уже предчувствие Второй войны было. В 99-м году вот эти взрывы домов, это же была большая оперативная провокация. Вот этот
Гачияев, который обвинен в организации этих терактов, он же был двойным агентом, это же доказанная вещь. То есть не то, чтобы ФСБ прям организовывал непосредственно теракты, оно просто знало о них. Оно знало от него, от этого Гачияева, и просто ничего не предпринимало. Значит, просто это было выгодно, им нужно было действительно для мотивации проводить Вторую Чеченскую войну. Потому что тогда была атмосфера такая, что уже один раз повоевали, зачем нам это все надо? То есть, ну, местами было так, что ну и бог с ним там, да. А здесь появлялась мотивация, ну, они же людей взрывают. Ну, понимаете, Чечня – это не Украина. Здесь даже если какая-то там, не знаю, дрон прилетит в толпу бессмертного полка или чего-то такого, вы знаете, на фоне того, что творится, большей мотивации они в населении это не найдут. Население совершенно ясно себе уже представляет. Оно не понимает, чем это для него может кончиться в случае мобилизации, но то, что они не хотят особенно, в общем-то, в принципе, привлекаться к военной службе, это тоже очевидно. Ну, я не знаю, что... Ну, взорвут они, сколько они могут ветеранов? 100 человек? Да, господи, на фоне тысячи тысяч погибших это сейчас уже, мне кажется, не произведет впечатление. Пане Марку, ви згадали про ту ймовірність, що станеться, коли Збройні Сили України підійдуть до Кримського перешийка, але от сьогодні в українському ГУР кажуть, що Росію треба від Криму відрізати, і тоді Кремль, мовляв, зробить цей жест доброї волі і сам з Криму піде. І от на вашу думку, наскільки ці прогнози реальні, от йдемо ми в контрнаступ, да, на Мелітополь, перерізаємо коридор суходолом з Росії в Крим, підриваємо Кримський міст. Яка подальша ситуація матиме, який розвиток? Що відбуватиметься в Кремлі, що відбуватиметься в Криму? Кремль віддасть наказ військам виходити з Криму? Чи війська в паніці звідти почнуть тікати? От на вашу думку... Так. Второе более вероятно. Почему? Потому что вот смотрите, какая вещь получается. Если подойти к Чонгару и оттуда начать обстреливать практически территорию всего полуострова, а он же как? Ну, это же пятачок, ты с него не сбежишь никуда, не скроешься, не спрячешься, да? При том, что там настроения такие, что Украина-то церемониться не будет, обстреливать будет все. Вот, потому что думать, что а мы в жилые дома спрячемся, вы не спрячетесь. Мне кажется, что тут, по-моему, иллюзий там особенно никто не питает, кто находится на полуострове. Те, кто в Москве, могут еще какие-то выдумывать способы обороны полуострова, но правы те, кто говорят, что исторически Крым никому не удалось оборонить, понимаете? Его все брали. Все поочередно за весь 20 век, я уж не говорю раньше, его всегда брали, потому что, ну... Такая география, понимаете, очень неудобная. Без моста, я уж не говорю, но и без путепровода, в общем, очень сложно его полноценно брать. Вот видите, представьте, вот из Бахмута бои перевести прям вот то, что под ним происходит, вот туда вот. Ну, это совершенно невозможно. То есть, понимаете, вам некуда деться. А если тем более подорвут мост, то как вы будете боеприпасы получать, как вы раненых будете отправить, как вы технику будете ремонтировать, как вы... вообще все, как вы это будете делать. Москва, конечно, сама такой приказ не отдаст, это будет выглядеть как капитуляция, как поражение. Прямо вот если официально заявить, мы выводим войска, она будет добиваться мирных переговоров, перемирия, всего что угодно, но вот прям приказать вывести войска, как это, в общем, было с правым берегом Днепра и Херсона, мне кажется, она на это не пойдет. То есть тайно, как-то молча, конфиденциально, там под покровом ночи как-то перетаскивать части они могут. Но я, скорее, больше верю, что будет какой-то, в какой-то момент, когда станет ясно, что оборонять полуостров невозможно, никакие окопы на пляжах не помогут, то может начаться какое-то паническое бегство. Я бы этого не исключал. В силу именно ловушечности, понимаете, вот этой закупоренности, капсулированности территории. А что делать? Надо то ли вплавь, то ли как. Если мост будет еще действовать, но он же даже если его не разрушит, он будет же обстреливаться. Ты по нему едешь, а по тебе ракета. Это тоже же будет проблема. И мост же, он же не такой же широкий или какой-то на километр по ширине. А вот маленькая, собственно говоря, артерия, соединяющая с Россией. Пане Марку, але численні військові експерти кажуть, що нам цю транспортну артерію обов'язково треба перебити, ну, щоб Росія не мала можливість з материкової своєї частини підживлювати ті окупаційні війська, які на тепер в Криму перебувають. Так от, на вашу думку, чи можливо таке, що саме під це завдання, під цю задачу нам наші союзники дадуть, умовно кажучи, 10 штук атакамсів, да, ракет на 300 кілометрів? От конкретно під
цю задачу? Бо ну лунають припущення, що бояться, мовляв, ми будемо далекобійною тією артилерією чи далекобійними ракетами бити по території Російської Федерації. Але якщо ми гарантуємо, що от 10 штук ми використаємо виключно, щоб зруйнувати цей міст. Як ви думаєте, Білий Дім може піти на таке і дати нам 10 штук тих атакамсів? Смотрите, дело даже не в атакамсах. Я думаю, Украина уже есть на ту дальность, которая обеспечивается, там, не знаю, от Мелитополя или от Чонгара, уже такие ракеты есть. А там от Угледара или там дальше нет таких ракет, или от Херсона. Вот таких ракет, наверное, нету. Но на расстоянии до 160 километров какие-то средства уже есть. Поэтому как раз чем вы ближе придвигаетесь, тем вам надо меньшим радиусом эти ракеты, понимаете, дальности. Потому что вы просто ближе. Поэтому я просто считаю, что никаких дополнительных, может, и средств не понадобится. Если удастся взять Мелитополь, Токмак, Мелитополь, подойти к Чонгару, уже, может быть, и ракет-то не надо дополнительно будет. Ни атакамс, ни других. Именно для задачи уничтожения моста. Просто по мосту проехать будет нельзя. Его будут обстреливать, понимаете? То есть он теоретически может не упасть, но если его будут обстреливать, как вы технику повезете, если по нему будут постоянно бить ракетами и другими средствами. Это очень тяжело. Никакая ПВО не поможет. Потому что слишком рядом все. Поэтому Белый дом, конечно, на успехи отреагирует. Если будет в принципе успех, то дадут, может, и самолеты F-16. А что не дать победителю потенциальному? Побежденному нет смысла давать, все это может быть не помочь, а вот победителям могут много чего дать, и атакамцы могут дать, потому что если задача с Крымом будет решена, то как бы проще поддержать победителя, здесь политическая логика, не военная, потому что уже и без того есть какие-то средства, мы не понимаем сколько их, да, но это секрет и так далее, но уже есть какие-то средства для того, чтобы решить вот эти часть задач по прекращению артерии снабжения, логистики между Россией и Крымом. Пане Марку, а спитаю вашу думку, бо і міністр Резніков, і сьогодні міністр Кулеба, вони казали, що F-16 обов'язково дадуть. Вони наводять приклад, що, мовляв, так було з Петріотами, з Хаймарсами, з Джавелінами, що спочатку ні, категоричне, але кілька місяців минало, і все нам те давали. Але з літаками от лунають такі припущення, що не дають не тому, що бояться якихось там червоних ліній від Путіна, що це давно вже в минулому, а не дають з банальних причин, з питань грошей, що це занадто дорого. От, мовляв, дай сьогодні Україні F-16 на мільярд доларів, вони можуть це один раз зробити. Але ж вже завтра, післязавтра треба іще на величезні гроші давати бомб і ракет до тих F-16. Тому нам і дадуть їх після нашої перемоги, коли нам не буде куди ті бомби і ракети витрачати. І, мовляв, це буде разова акція, умовно кажучи, на мільярд доларів. От що питання впирається в гроші. Наскільки ви з тими припущеннями такими згодні? Ну, во-первых, лишними даже после окончания войны ни одни из таких передовых средств не будут. То есть наличие ракет, наличие самолетов и так далее, даже если война закончится, они пригодятся. Уверяю вас, это, так сказать, не бесполезное будет приобретение в любом случае. Потому что война такая штука, она может и повториться, и много чего может произойти. Поэтому на самом деле я бы сказал, что пусть будут выданы, а там видно будет. А что касается денег как темы. Но не похоже на то, потому что, да, это очень дорогостоящая техника, и самолеты, и ракеты, и так далее. Безусловно, наверняка дороже передаваемых прежде средств, да, ну, просто из производства. И самолет вообще очень дорогая штука. Десятки миллионов долларов стоит современная машина. Но, тем не менее, понимаете, речь же все-таки прежде всего идет о передаче уже произведенной техники, а не которую когда-то там появится, ее произведут. Да, на содержание, на, так сказать, использование понадобятся дополнительные средства, но они не сопоставимы со стоимостью самих этих военных изделий, да, военных средств. Потому что, ну, самолет дороже, чем ракеты к нему, там, снаряды и так далее. Все-таки сам по себе эта машина очень дорогая вещь. Ну и потом, атмосфера-то, вот знаете, как комментирует глава республиканского большинства в Конгрессе, он очень активно настроен. Вот он отвечал, вот тут сейчас все обсуждают, корреспондент Туитар ТАСС, очень, так сказать, пренебрежительно и воинственно о том, что, значит, мы поддерживаем Украину, там вы убиваете детей и так далее. Но при такой атмосфере деньги не считают.
Да, потому что это как сопоставить, понимаете? Украина, говорят, что с 14-го, за эти 14 месяцев получила, ну там, больше 100 миллиардов долларов. Да, но денег в Афганистане с куда меньшей эффективностью потрачено гораздо больше было, понимаете? Поэтому мне кажется, когда уже так вопрос стоит, то считаться о лишнем другом миллиарде уже точно не будет. А от ці заяви з вуст республіканців, на вашу думку, це їхня передвиборна риторика? Це вони в піку Байдену таке от тепер говорять, що вони використовують тепер Україну? Чи це все-таки дійсно готовність і продовження оцієї двопартійної з боку американців підтримки офіційному Києву? Ну, більшість республіканської і раніше підтримувала. Надо прямо сказати, підтримку України. Ми говоримо тільки о трамповській якійсь групі, яка займає особливу позицію. Вона теж така, знаєте, специфічна. Там не всі далеко підтримують риторику Байдена або його сина, наприклад, о тому, що взагалі Україна не треба підтримувати, не треба направляти средства налогоплательщиків американських. Здесь, видите как, здесь немного другое. Конечно, это с выборами связано. Конечно, важно показать себя последовательными сторонниками доктринальной линии американского государства, да, которое борется за безопасность во всем мире, несет эту миссию, во всяком случае, по отношению к коллективному Западу. И это важно. То есть ни в коем случае не выглядеть союзником Москвы или там, интересантом московским, или же, так сказать, безразличным выглядеть по отношению к ужасу, творящемуся в Украине. А с другой стороны, конечно, это внутренняя борьба, она продолжается, и внутренняя дискуссия внутри республиканского электората, а вообще говоря, что здесь приоритетнее, да, значит, бесконечно требовать экономии средств на поддержку военных союзников или же, наоборот, форсировать процесс, добиться результата и уже решать вопросы, которые возникнут после победы Украины в войне. Тут, безусловно, есть множество аспектов, но, думаю, главное заключается в том, что Соединенные Штаты не должны выглядеть слабо и глупо. Потому что уже второго Афганистана повторить невозможно. А республиканцы – главные протагонисты именно такой миссии, именно такого статуса США, все-таки, который защищает демократию, народы, которые подвергаются агрессии и так далее. И в этом смысле уступать пальму первенства этого Байдену они, конечно, республиканцы не хотят. Вот, несмотря даже на особую позицию Трампа и его сторонников, ну, отдельная ее часть. Пане Марку, а допоможіть ще з цим розібратися. Білоруський диктатор Лукашенко сьогодні нараду силовиків збирав, і вони йому звітували, значить, як тучі згущаються над Білоруссю. Знову він хоче, значить, боронити кордони, про це вони там дуже активно між собою розмірковували. Але допоможіть зрозуміти, чому зараз. Ну, начебто, здавалося би, зарано йому про подібне хвилюватися, ну, в тому плані, що ми поки не можемо відпустити пол Каліновського, щоб вони пішли на Мінськ. Ну, видите как, Лукашенко, он же заявляет взаимопротиворечивые вещи постоянно. То есть он сегодня один день одно говорит, на следующий день другое. Ну, наверное, это и объясняется его, с одной стороны, страхом, а с другой – некоторой конъюнктурностью, то есть некоторым маневром. То есть он иногда говорит то, что хочет слышать Москва, а иной раз примирительным тоном говорит о Западе и Киеве, что они не собираются нас нападать. Вот буквально накануне он об этом говорил. Это все его, так сказать, политическая игра на выживание, за выживание. Он хочет таким образом остаться в стороне, чтобы ему ничего не было, а все у него было, понимаете? Поэтому он отговорился от Путина вовлекаться непосредственно в войну, в так называемую специальную военную операцию силами вооруженных сил Беларуси, а с другой стороны потерял на том, что, очевидно, потерял тем, что размещать собирается ядерные вооружения российские на территории своей прежде безъядерной страны. Так что это такие качели. Проблема у него заключается в том, что у него нет внятного диалога с Западом, да и с Киевом. Но нет этого диалога. Он пытается вызвать на этот диалог, вот даже в том числе этими противоречивыми заявлениями. То пугать, то наоборот примирительный тон брать. Но я другого объяснения не нахожу. С Москвой-то он по-другому разговаривает. Он просит денег и одновременно, значит, заявляет о приверженности общим целям союзного государства. Ну, читай, путинским целям. А с другой стороны, значит, пытается сделать так, чтобы Запад не видел в нем аналогичного Путину врага, военного преступника и так далее. То есть ему нужно как-то себя отделить. Отсюда нужно искать смысл этих противоречивых, неодинаковых заявлений. Вот и все.
Пане Марку, а на вашу думку, от в принципі, після падіння путінського режиму, чи Лукашенкові вдасться встояти? От він же ж такий, знаєте, політичний довгожитель, і він намагається оце балансувати, між крапельками проскочити. На вашу думку, після падіння путінського режиму він лишиться при владі? Вдасться йому все-таки Заходом домовитися, спробувати з Києвом домовитися, щоб лишитися при владі? Нет, я считаю, что у него этих опций уже нет. Это все происходило, ему это удавалось, его так называемое политическое долгожительство, но не в условиях войны. Война в таком масштабе и вовлечение Беларуси в эту войну. Вот согласитесь, в захват Крыма, в операцию на Донбассе Беларусь не была вовлечена никак. Она, например, была местом проведения минских переговоров, минского формата и минских соглашений, их принятия. А вот, извините, когда размещенные на твоей территории в Беларуси войска входили в Украину с территории Беларуси, да, в феврале, 24 февраля, то это совсем другая уже ситуация, совершенно иная, понимаете? Поэтому я считаю, не станет Путина, не станет и Лукашенко. Может быть, это не произойдет одномоментно, но шансов у него будет мало, потому что никто не захочет его заменить Путина в качестве спонсора и в качестве паттерна такого. Патерналиста, да? Поэтому я думаю, что нет, как раз у него шансов мало. Ну и потом, слушайте, каким бы ни было долгим долгожительство, рано или поздно же оно кончается, мне кажется, он так упрямо подходит к сроку своего исчерпания, так что это нормально и по возрасту, и по положению, и по изменившемуся миру, и пережитому 20-му году, который уже просто так бесследно не уйдет. Да и вообще появление полка Калиновского, ничего подобного уже не было раньше, а теперь есть. Так, стримати полка Ліновського ми точно не зможемо, вони будуть в своєму праві, тут немає питань до них жодних. Пане Марко, і ще що маємо, американські журналісти взяли інтерв'ю в російської омбудсменки, на ту, на яку Міжнародний кримінальний суд виписав ордер на арешт. І от на вашу думку, чи гідно було з боку американських журналістів давати їй слово і випускати по тому це інтерв'ю, дати їй майданчик, можливість відбрехуватися, виправдовуватися, знову перекручувати цю всю інформацію, ці звинувачення, і щоб по тому це все транслювалося, зокрема, і на американську аудиторію? Ну, честно говоря, вот эта Львова Белова, она не очень убедительно выглядит. По-моему, как раз-таки она себя закапывает. Она изданию Vice, по-моему, дала это интервью. А вы знаете, мне кажется, она только хуже себе делает тем, что общается, тем более, с американской прессой. Это же не своя российская пресса, да, которой нет. Там журналистов нет, ничего нету, там только исключительно пропаганда и там утилитарный смысл ее существования. А я не думаю, журналисты в общем и целом, они должны соответствовать своей профессии, они ищут информацию, и американские журналисты в этом смысле там отчасти могут считаться эталонными в силу как раз вот этой такой информационной назойливости. Они как раз вправе своем выяснять у нее или беря интервью у Путина, прежде всего исследовать проблему, а не выглядеть как пропагандист, который предоставляет вот этот самый майданчик для этой же самой пропаганды. Вот. Но она там же заявила о том, что мы, конечно, украинского гражданства не лишаем детей. Нет, они у гражданства не лишают детей, они их просто отправляют с территории родины, с Украины, при живых-то родителях многие, у которых они есть, на территорию государства-агрессора, оккупанта. Я не знаю, насколько это выглядит оправданием того, что она совершает это военное преступление против детей. Мне кажется, это не слишком убедительно. Кого вообще интересует, отбираете вы гражданство или нет, а Украина не собирается отбирать у своих детей их гражданство. А то, что вы там, значит, что-то делаете, ну так вы совершаете преступление. Я не думаю, что она сможет посредством американских журналистов отбелиться. По-моему, у нее шансов на это нет. Пане Марко, і наостанок запитання. З'явилася сьогодні інформація, новина про те, що Тіндер йде з Російської Федерації. Велике горе для усіх тих, хто користується послугами цього сайту для романтичних знайомств. Так. Тим більше, що обійти за допомогою якогось там VPN-а тепер буде неможливо, щоб скористатися Тіндером, тому що там треба точна геолокація. Саме через геолокацію цей Тіндер і працює. Так от, на вашу думку, як це росіяни сприймуть тепер, що і Тіндер йде з Росії? І я не знаю, чи буде замовлення від Дмитрія Медведєва в Сколково, русский Тіндер, значить, терміново придумати? Ну, во-первых, они ничего придумать не могут. За все это время они не создали ни одной альтернативной полноценной платформы. Какая?
Они разве Рутюб, вот у них Газпром такой создавал в свое время, он что, стал реальной альтернативой Ютубу? Нет. Они создали какие-то похожие продукты, как Apple или там Play Market для смартфонов? Нет, мы этого ничего не видим. Ну, приложения какие-то пишутся, да, но самой этой платформы такой нет. Где она? Да, сравнивать ГЛОНАСС или GPS, ну, бессмысленно. Что касается Тиндера, ну, это не жизненно важная, там, не первостепенная такая вещь, но, тем не менее, это продукт интеллектуального труда в Силиконовой долине гигантского числа программистов, инженеров, специалистов. И это работает, это огромный интеллектуальный труд. По-моему, в нынешнем состоянии в России он, этот труд абсолютно не приветствуется. Я не думаю, что возникнет какое-то сопоставимое приложение с геолокацией знакомств, потому что обычные сайты знакомств и обычные там приложения, может быть, и есть в России, но нету вот этого именно технического начала талантливого, которое в американских продуктах такого рода, в том числе и Тиндере, имеют место, понимаете? Там их много, там есть Snapchat и так далее, но в России россияне, а что они могут? Они при более существенных ограничениях почему-то никак себя не проявили. Тот же Facebook, когда блокировали, или Twitter, и так далее. С чего бы им сейчас возмущаться против ухода Твиттера, ухода Тиндера? Я думаю, что просто медленно все подбирается к Ютубу, который Россия наверняка заблокирует. Ну а Тиндер в данном случае сам ушел. Поэтому это логичное действие. Уходят западные компании, транснациональные корпорации. Тиндер здесь не исключение. Это закономерно совершенно. Пане Марку, дякую, що знайшли час поспілкуватися. Дякую за ваші відповіді і пояснення. Правозахисник Марк Фейгін був на зв'язку зі студією 24.